Так, всех приветствую, ребята. Вот, хочу показать один бой интересный, которым я уже отыграл давненько. Ну, хотел вырезать со стрима и показать вам, ребят. Всем хорошего просмотра. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот, и делитесь этим видео с друзьями. Получился интересный бой. Хорошего всем просмотра. Сражаться с тяжами. Надо посмотреть, кто на гору залетит-то вообще. Естественно. Понятно, в принципе. Так. Первую, вторую. Прожетто. ПТ. Да ладно. Ни хрена себе там они залетают. Это стол-то у меня здесь катается. Эй, хорош, молодец. Бля, а эти что? Типа три ОМОНа хотят быстренько в ангар уйти. Я все понимаю. Все понимаю. Тебя поверили, да? Куда ты выкатываешься? Фугаса не имба. 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 Вася, что такое? Что такое? А центр-то проиграли, ребят. Что такое? Как так-то, ребят? Ну как так? Центр проиграть? Вы шо, пацаны? Ну, мужики? Я-то думал. Как? Я думал, выиграем. Четыре, давай не будем, он. Я-то хотел по бабахе дать. Вы что такие? А можно вам? А тата сделаю. У меня хп есть. Ой, промахнулся, бедолага. Что делать-то, репей? Хорошо, не пробиваете еще. Упадешь. А это залезу на гору, ты понимаешь об этом? Заеду на гору.
А ты сдох, дурак. Ебаер, тоже полетишь домой. Здорово. Все, как дела? Охуел, да? Думаешь, да ну нахуй, блядь. Откуда вы появились, пацаны? Ай-яй-яй-яй-яй, убили, не грабли. Помогу я, помогу, сейчас, подожди. Этот Шакатан 6000 урон нанес. 5 коробок давай. Только на ИС-4. Ты же сказал, на любой технике, да? Ну все. Даже 6300. Надо ставки делать, ребят, здесь уже. Давай, типа 7000, 7 коробок скину. Типа такого, не? Ну ты охуел, блядь. Охуел, наглый. Штатарин. Не охуел. Ну тупо, тупо нагайт, ребят. Как вы думаете? Нагайт есть? О, зараза. Есть кто смотрит этот стрим сейчас? Какой бой, ребят, показываю? Шо? Поддержите, ребят. Юко Марен, Юко, Юко Ломане. Обидно будет, если... Хуй бой показывай, ребят. Я даже могу позволить и третьего принять. Понимаете? Бабаху могу принять. Мантикора могу принять. Да всех могу принять. Особенно и третьего. Жмотят лайки, да не говори. Да бой такой, 6800. Где там Леон? Вернись, давай 5 коробок с тебя. Я 6000 настрелял. Только не на ТВП, а не 60 ТП. Разница-то какая? Я настрелял 6000 урон? Настрелял. Тем более на таком танке, на котором тяжелее настреливать. Дайте, пожалуйста, мне 8000. Пожалуйста. Можно 10? Хуя ты это делаешь? А, у меня фугасы закончились. А, у меня снаряды закончились. Иди нахуй, блядь. Гандон, блядь. 6700, нахуй. 8677. Хоть бы ты... Да кого нахуй, блядь.
Пересматривая, ребята, этот бой. Интересный бой получился. Сам же понимаю, моментами надо было ББшку заряжать, когда я убивал на горе, например, ЕБР, ну, где я мог использовать ББшки, ну, либо фугасы. Когда пересматриваешь свой же реплей, ты сразу понимаешь, видно. Хороший бой получился, 9000 урона, 9099. Блайнд зашел все-таки по... Вроде бы... Этому, как его... по объекту 268 урон все-таки блайндом залетел. И в итоге я настрелял 9099 тысяч урона, короче. 9000. Вот. Интересный бой получился. Вот. Мне самому тоже понравилось. Интересно, конечно, свой реплей пересматривать. Но это был на стриме, был в декабре месяце, ребята. Вот. Ну, в любом случае, интересный бой получился. Вот. Мастер здесь заработал. В итоге 9099 урона. Да, вот именно тот блайнд. Вроде здесь я пролистаю, вроде бы сейчас ниже. Здесь объекты. А вот, да, вот все-таки на 422 вот блайнд зашел, где он стоял возле воды. Спасибо всем за просмотр, ребята. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также группу ВК. Не забываем санный колокол включать, чтобы не пропускать другие стримы и видосы по моим же там, по моим же стримам. Вот. Всем удачи, увидимся на стримах. Пока-пока.